Для меня зима – это загадка. Всю жизнь я пытаюсь понять, как случилось так, что я родилась холодной русской зимой. Я ненавижу холод. Соня Солодова, средних лет сухощавая женщина с ясными злыми глазами, уловила смысл жизни после развода с мужем. Смысл оказался в еде, вернее, в питании. Но открылось это постепенно. Володя-то ушел неожиданным рывком, после 10 лет тихого монотонного брака собрал вдруг вещи, сказал, что уходит, и съехал. Соня поначалу впала в бесслезный столбняк, потом принялась за уборку. Первым делом отмыла начисто кухню, чтобы никакого жира, вечно летящего с раскаленных сковород во все стороны, больше не было. Володя каждый день ел жареное мясо, особенно любил свинину. Жарил ее сам на старой чугунной сковороде на разогретом сливочном масле. Соню к этому делу не допускал. За 2 суток прилежного оттирания запах кухонной жарехи сменился абстрактным запахом моющего средства, к еде никакого отношения не имевшим. Из кухни Соня распространилась с уборкой на всю полуторакомнатную квартиру. Убирала подробно, изгоняя следы мужа и запахи с ним связанные, выбросила несколько книг по металловедению и пачку инструкций к каким-то домашним приборам, а также его старые рубашки, хотя и выстиранные, но хранившие дух табака и пережаренного мяса. Выбросила даже его зимнюю шапку, выпавшую из шкафа, чтоб следа твоего не было. Этого Соня не думала, а скорее душой и телом изъявляла. Страстно скребла каждую половицу, отдраила окна, залезла во все углы. А когда произвела эту полную санитарную обработку, распылила по квартире полфлакона французских духов «Аква-аллегория», которые выиграла в новогодней лотерее на службе, когда еще работала. Запахло счастьем и догадкой, что обещания в детстве, как будто данные, а потом отнятые, снова забрезжили и просто повисли в воздухе. Запах этот приходил в квартиру извне и имел родственное отношение к духам аква-аллегория. Первую неделю Соня не ела ничего. Пила чай, догрызала утомившиеся от лёжки яблоки с садового участка двоюродной сестры Нелли, а когда вспомнила вдруг, что давно не ела толковой еды, сварила гречневую кашу из крупы, что хранилась в отмытом кухонном шкафу. Когда Соня доела последнюю ложку безвкусной каши, которую и посолить забыла, приехала Нелли, не с пустыми руками, а с яблоками и бруском самодельного мармелада. Жизнь пожилой Нелли вся проистекала на 6 сотках садового участка, превращенного ее безумным трудолюбием в плантацию, родящую овощи, фрукты, травы и цветы, а убогая будка была хранилищем пищевых драгоценностей. Очень эффективное у нее было хозяйство. Год-то был яблочный, и Нелли уже наполнила свои стеллажи шеренгами одномастных банок, снабженных этикетками, на которых значился год и грядка, а также наименование продукта и номер яблони. Яблонь было 4. 3 были сорта Мельба с красным веселым штришком, а 4-й Антоновка, самое позднее яблоко, прекраснейшее снаружи и внутри. Полки были забиты до отказа добрыми заготовками, а яблоки все не кончались, так что Неля делилась излишками с Соней и со своей бывшей начальницей, приличной женщиной восточного происхождения. Сели пить чай. Неля рассказала про мелочно-яблочные страдания, а Соня не сказала ни слова о главном событии – уходе мужа. Пышная и складчатая Неля, отрезав 1/4 привезенного мармеладового бруска и положив себе на блюдце, привычно позавидовала. А ты, Соня, я смотрю, без всякой диеты худеешь. А я в том году перемучилась с диеты этого дюкана, похудела на 3 килограмма, потом плюнула и 5 набрала. Ни пирожные, ни конфетки, одно мясо, белки эти. Скукота какая-то, и весь день только об одном и думаешь, что вкусненького съесть. А ты безо всякой диеты всю жизнь тоща. Ты что ешь? Соня засмеялась. Яблоки твою всю неделю ела, кашу вот сварила. О стройности Соня сроду и не думала. Ела, что было, что под руку попадало, и чтобы в очереди особо не стоять. Рыбу Соня не любила, даже брезгала. Жирное все казалось ей несъедобным, как есть землю из цветочного горшка или коричневое хозяйственное мыло. А мясо само ушло из ее дома
вместе с Володей. В общем, несерьезно она питалась. После Нелиного ухода Соня поняла, что воздух в квартире делается все лучше не сам собой, а от яблочного присутствия. И еще поняла, что никакой другой еды и не надо. Вот так и хорошо. Доедала из чувства долга, чтобы было из крупяных запасов, но чувствовала, что каша только радость портит и утяжеляет тело. Одни только яблоки не нарушали счастливой легкости. Когда Нелины яблоки стали подходить к концу, Соня поняла, что идти в гастроном ей не хочется. Там, на нижнем этаже, были вина в бутылках, бакалея и всякая хозяйственная мелочь. Все ненужное. На втором мясо, рыба. Как она представила себе эти прилавки, почувствовала, как вдохнуло на нее вражеское присутствие. И не пошла никуда. Оставалось еще 4 яблока, и она резала их на тонкие ломтики, чтобы хватило на подольше. «Как же я столько лет жила с этим мясом!» – удивлялась про себя Соня и думала она в этот момент только о том мясе, что лежало всего несколько месяцев тому назад в холодильнике, а вовсе не о мужчине, который его приносил в дом. Ела Соня яблочные ломтики помалу и подолгу. Сидела на кухне лицом к окну, на месте, где прежде сидел Володя, и глаз ее радовался листве, которая всегда самой яркой и притягательной для глаза была как раз против окон ее третьего этажа. Правда, картина эта уже слегка зажелтела. Стала лысеть. Приехала Неля, привезла 4-е, как она говорила, яблоки, Антоновку. 2 полные сумки привезла. Неля с молодости была здорова таскать, Соне такой вес был не под силу. Соня погладила тонкими пальцами антоновские яблоки и подарила двоюродной сестре бабушкину гранатовую брошку. И Неля была довольна справедливостью. Бабушка-то у них была равно общая, но брошка круглая гранатовая перешла к дочери, а не к сыну, и потом досталась Соне, хотя бабушкину фамилию носила отродясь Неля, и драгоценность будущей фамилии должна бы, по Нелиному пониманию, в ее сторону пойти. Счастливая Неля ушла с круглой брошкой, ценность которой сильно преувеличивала. Соня втянула воздух и поняла, что антоновский дух усиливает и даже украшает почти выветрившийся запах аку-аллегория. Антоновские яблоки, полежав завернутыми в бумагу, тронулись в желтую сторону. Внутренность же их наливалась медленно прекрасным и сонным вкусом. Еще не все яблоки закончились, когда за окнами лег снег, и вместо березовой зелени через голые веточки проглядывал соседский дом. Есть Соне хотелось все меньше, хотелось спать и пить. Только не воду она пила, а подтягивала через трубочку разведенный яблочный сок, тоже Нелин, самодельный. На сахар Нелли была жадновата, зато умела так хорошо стерилизовать банки, что сок не прокисал до весны. У всех соседей забраживал, а у нее никогда. Сонливость Сонина не проходила. Наверное, от запаха, полагала Соня, замечая, что воздух в ее квартире густел, наливаясь мощным неземным запахом одинокого счастья, в котором не было и тени потребности разделить его с другим человеком. Даже выплывала из глубины мысль. Хорошо, что ребенок у меня не получился. Он бы требовал движения и портил воздух, а про Володю вообще не вспоминала. Соня положила на постель красивое новое белье и слегла. Вставала, чтобы соку в стаканчик подлить. Ходила все меньше. Иногда подумывала, а что же будет, когда сок в банке кончится? Но он не кончился, даже еще оставался, когда случилось странное явление. Там, где по телу росли мелкие тонкие волосики и еле заметный пух, пошли вдруг в рост как будто тончайшие бесцветные ниточки, шелковистые, приятные, и на руках, и на ногах. И она обматывала их вокруг себя, чтобы выглядело все аккуратно. Так она сучила руками-ногами, пока были силы. А отрезать эти нежные волосики ей не хотелось. Сил было все меньше. Есть не хотелось уже давно, а теперь и сок как будто потерял привлекательность. Одолевал сон. Она спала все больше и заснула в конце февраля окончательно. Лежала как куколка, вся опечатанная тонкими волосками своего родного естественного цвета, русого, с красивым пепельным оттенком.
а квартира была наполнена благоуханием, которое шло не от оставшихся в коробке антоновских яблок, а от самой Сони. Но этого она уже не чувствовала. Сестра Неля звонила ей время от времени, но все дома не заставала. Долго собиралась. А когда собралась и приехала, то звонила в дверь понапрасну. Сони дома не было. Нель немного даже осерчала. Уехала, может, куда-то, так позвонила бы по телефону. Не по-родственному так. Но плохая мысль все же запала в голову. 40 дней пролежала на Сониной постели русая волосяная куколка. А потом треснула снизу доверху и вылезла из этой волосяной кожуры мокрая бабочка с ясными зелеными глазами, из множества фасеток составленными. Бабочка сохла долго, 3 часа, а потом раскрыла подсохшие крылья, и некому было восхититься. Поначалу прозрачные крылышки стали наливаться нежным цветом. Чешуйки-то были бесцветными, но по таинственному оптическому закону свет из окна преломлялся так, что они засияли зеленовато-голубым. Поверху проступили оранжеватые пятнышки и полоски, и лишь энтомолог заподозрил бы в этом гигантском насекомом родство с яблочной листоверткой. Бабочка взмахнула всеми 4 крылышками, поднялась вверх, совершила прощальный круг под низким потолком и выпорхнула в открытую форточку. Еще через неделю приехала встревоженная Неля. Долго звонила в дверь, потом сунулась к соседям, но те ничего не знали про Соню. Одна шершавая лицом старуха удивилась. Так вроде она давно уже куда-то уехала. Неля побежала в милицию. Сначала пришел участковый, долго стучал. Вызвал МЧС, взломали дверь. Трупа, который предполагали найти, не обнаружили. Единственные живые существа были мухи. Они успели вывестись в яблочной гнили, в которую превратились 2 последних антоновских яблока. Мух была темная дрожащая туча. И все. На постели лежали какие-то странные тряпки, вроде шерстяных обносков. Паспорт лежал в сумочке. В паспорте была фотография, а других фотографий Софьи Сергеевны Солодовой в доме не нашли. С паспортной фотографии сделали снимок, поместили его на объявление о пропаже и внесли Соню в список пропавших в этом году людей. Их, правда, никто особенно не искал, но объявления расклеили на вокзалах и в других людных местах. А Соня поселилась в непростом месте. Вокруг нее порхали такие же, как она, бабочки, и другие, покрупнее и поярче. И некоторых она узнавала. Одна была определенно ее первая школьная учительница, Маргарита Михайловна. Она была крупная, похожая на крапивницу, коричнево-пестрая. Летала важно и медленно, не совершая никаких легкомысленных порханий. Воздух был легкий и веселый, а сильный фруктовый дух был крепким и меняющимся от яблочного к персиковому, от персикового к земляничному. Никаких кавкианских насекомых и в помине не было.